Almaty was at the center of attention in 2017. After the Republic of Kazakhstan celebrated 25 years of its independence, and the city triumphantly celebrated its 1,000th anniversary, the next bright event was the Winter Universiada. Уважаемые гости нашей страны, участники соревнований, Казахстан приветствует всех спортсменов, болельщиков на нашей гостеприимной земле. Ко дню открытия Универсиады мы шли более 5 лет. Этот путь сделал нас сильнее, сплотил вокруг общей цели, изменил облик целого мегаполиса Алматы. The conduction of the Universiada in Kazakhstan had confirmed that the Republic is able to host most major international events, increasingly large-scale ones. The Student Games have become the largest sporting event for the country. 6 years earlier, the Winter Asian Games held in Kazakhstan covered a huge region of the planet. Now the Republic has reached a new peak, arranging the Universiada, event of the world significance, and making an excellent basement for another large-scale world event, Expo 2017. Наша страна за 25 лет независимости достигла огромных успехов, и проект проведения Всемирной зимней универсиады – это один из их больших, значимых страновых проектов, который инициировал глава государства. Наверное, выбор Алматы не случайен. Алматы – это город молодежи, в котором обучается каждый второй студент Казахстана. Находится 38 вузов. И Универсиада – это проект, который объединяет всю студенческую молодежь мира. У нас было рекордное количество участников. Это 57 стран, свыше 2000 спортсменов, свыше 30 тысяч туристов. И мы в Алмате объединили представителей 570 университетов мира. Observers from different countries of the world, participants of the games, pointed out 5 successes of the Universiada. Прежде всего, я хочу поздравить организационный комитет Казахстана, Алматы с высоким уровнем организации Универсиады. Зимняя универсиада, она поставила несколько рекордов и по количеству участвующих стран, по количеству участвующих представителей университетов. И, конечно, я уверен, она запомнится и гостям, и участникам комфортом, гостеприимством казахстанцев и алматинцев. И, наверное, очень важно, что уровень объектов, которые были использованы для проведения соревнований, они в полной мере соответствуют всем требованиям Международной Федерации. I must say that this is a really beautiful and wonderful country, because when we was yesterday at the city center, it was amazing. A lot of buildings, a lot of shops, and people are so kind here. The culture is very diverse, so it's really nice to see all the different cultures that have come together in the city. Я побывал в многих странах мира и видел организацию всех чемпионатов. И могу сказать с уверенностью, что Алмата превзошла все мои ожидания. Я надеюсь и уверен, что и всех тех спортсменов, которые присутствуют сейчас здесь. То есть Алмата покорила сердца всех спортсменов. Все те 57 стран, я думаю, они просто находятся в таком шоке от этой организации. Если сравнивать, то, конечно, у вас тут все очень круто сделано. Это неожиданно. Такой масштаб, это все так красочно, ярко, столько много положительных эмоций, такая хорошая инфраструктура, все очень организовано. I've been to one Universiade before in Spain, and I gotta say, Kazakhstan put on an amazing show. Yeah, all the volunteers, they're so kind, they're so happy, they want you to have a good experience in Kazakhstan, and I really love the people. I love everything about here right now. У вас замечательный город. Я был тут в разное время. Я хочу сказать, что в любое время, зимой, весной, летом, он по-особенному, по-своему всегда красив, всегда отзывчив. Люди очень добрые, отзывчивые. Мне в Алматы очень нравится. It's my first time in Kazakhstan, so I'm really happy that everyone's being very nice to us and welcoming. I've never curled this far east from where I live in Scotland, so it's a lovely facility that you have here, and the village has been excellent. All the volunteers have been really nice to us.
our attaché, Alim, he's been great. Everyone's just been so welcoming and lovely, so I'm really enjoying it. Организация и вообще универсиада отличная. Самое главное, что удалось сделать здесь, в Алматы, это то, что здесь есть атмосфера праздника, атмосфера дружелюбия и атмосфера вот толерантности. Вот это, мне кажется, самое важное, что здесь есть. The wide social effect of the Universiada cannot be overestimated. Основной такой итог – это то, что наша страна может и абсолютно способна на достаточно высоком уровне проводить такие мероприятия. Количество занимающихся спортом у нас резко возросло, особенно зимними видами спорта. По данным наших ледовых арен, посетителей, количество посетителей и тех, кто активно занимается там спортом, возросло на 60%. The Universiada had a great economic result. Крупные масштабные международные мероприятия, они меняют не только облик мегаполисов, они стимулируют экономику. В частности, только в период строительства объектов Универсиады у нас было создано 30 тысяч рабочих мест. 1500 малых и средних предприятий было задействовано на объектах Универсиады. Прямых налогов только от строительства поступило более 9,2 миллиардов тенге. Универсиада, она повысила привлекательность и узнаваемость не только Алматы, как крупнейшего мегаполиса региона, но и в целом Казахстана. However, how was this all started? Almaty Winter Universiada became the 28th event in the history of the world's student sport. Preparation for it was started more than 5 years before the beginning. It was really gigantic. World Student Games are considered to be the second most important world sport event after the Olympic Games. Countries from different parts of the planet traditionally fight for the right to host the Universiada. Some applicants subsequently refused to conduct such a complex and costly event. Only the chosen ones are able to win the opportunity to host the games. One of such winners was Kazakhstan and Almaty City.